Я выставляю в интернет, закрываю. И могу дать тебе, могу дать ссылку тебе, чтобы ты это самое посмотрел, как ты делаешь. Видишь только ты. И я. Ты должна научиться делать стойку на голове, потом на руках. Сегодня нет. Я потом вытащу один мат. Нужно попробовать сделать тяжелый. Уже тогда завтра я возьму вытащу мат, а поставлю. Поставим мат, найдем место. И ты сделаешь шаг, а там держишься. Это раз, ты все дешевое. И чувствуешь, что если ты не умеешь делать все это на руках, ты умеешь. Тебе тяжело делать колесо. Вот теперь получается что же? Видишь, как это? Раз. Ага. Сейчас одну секундочку. Где это у нас? Мешок. Где-то у нас мешок есть. До свидания. До свидания. У нас здесь есть мешок. Ну, смотри. Дай, дай, дай. Дай. Какой ваш? Ой, ну, мама, мама. Эй, кассет.
Кусиева. Да, ну Кусиева за одно место. Здравствуйте, друг. Здравствуйте. Великолепно. Вот закончил тренировки. Сейчас поиграем в нарды. Да. Да, слушаю. Там враг больно. Подожди. Ой. А разве нам не дали? Ой, дали, дали. Дали. Так, да, нам давно уже дали вроде бы в этом. Да, Ваня, у тебя же хороший телефон. Вот я тебе советую. Ты был Аграрный банк, где мы спортивный школ, я не знаю, как лицей. Там есть такая, называется «Мой банк». Если установить, там сразу показывают, то есть ты заходишь, можно оплачивать все, что ты хочешь. Сразу показывается, есть зарплата или нет. У него там есть пенсия или зарплата. Сразу показывается. Да. Вот других банков нет, а в этом есть. Я потом тебе скину, знаешь, как он называется, а ты придешь там, а дети тебе уже помогут. Единственное, что там надо знать, наверное, аккаунт. Посмотришь там, дети поставят. Да с нами не будешь. Я тоже, спасибо. Работаете, работаете? А ты идешь этот, там собрание какое-то у нас, знаешь, не рады. Привет.
Чайно, го запусти. Yeah.
Фурди.